мой перерезать. Это противник падает. Стреляй, стреляй по ним. У хаммера на барах сразу. Ого, как спецназ. Типа, но на самом деле нет. Или нет. Вы тут это помародерите немного, то я тут почему-то. На КВК уходим. Стоп, это наши или нет? Да свои, это постреляю. Я тебе постреляю. Полетели? Ну, погнали, только парашюты забирайте обратно. Затараним БТР. А у них из тяжелого вооружения есть что-нибудь? БТР. А у тебя будет? Сычу, возьмите сычу. Что это за голова? Это хаммер, кажется, упал, взорвался. Нет, хаммера нормально. Так, короче, пошли. Так что, лететь будем, не? Хочешь ждите? Я работаю. А я уже друг. Не, там еще и в ответ просто прилетает. Я под лэпом погуляю. Давайте на горька сегодня покатаем. Ну как я такая? Да, нормально, я. Вытаскиваем движок из мишки 8 ставим на УАЗ. Слушай, вроде в МС-13 у нас есть. Да не, не есть. Не была. Камера МС-13 отложить. Кто ко мне пришел? Во, вам. Пацаны, я потерял. На водителя свести или куда? Да, не надо. Лучше пехота, лучше. Сгорим. А, быстро лучше.
Хорошая новость. Ты что наделал? Опа, на это что такое? Мы сзади сюда стреляем. Котлета какая-то? Да, так я мимо него. Каким? Ну не знаю, вот сейчас там лежит одно тело, я могу конечно стрельнуть. Если кто-то под кустиком лежит, дернись влево. Поставьте на себя метки, что вы ебете друг другу мозги, блядь. Я вообще иду, нихуя не понимаю, кто где находит. Хорошее предложение. Короче, взорвать ли сам. На себя метку дал. Я, короче, где-то соседним. Примерно оставил. Пойду сюда. Примерно, ну, метку сам не шарит. Уточнил, где я нахожусь. Там подавить что-нибудь надо, стройку или завод. Я вижу наш труп. Труп. Откуда? Последняя коробка. Могу оставить, влететь на территорию. Кто у них на 13? Чего мне влететь? Это у них на 113. Где 113? Далеко на севере. Здание, многоэтажка последняя в этом уровне. Бегает кто-то на втором этаже. Я слышал снайпера. Че, я, наверное. Не знаю, вот место, на котором RS-3 стоит. По-моему. Не, или ворон, если не видим. Скрипс. Я с 13 в север катится. Можешь спалить? Слышим КПВД на минуту. А мне работать. Я ранен. Я вступаю. Задавил одного масла. Я зашел тут после убил, кем еще уже. М113 ДШК вижу. М113 ровно север. А ДШК на 340. Так, Макдон с вами сейчас. Я убил, короче, было 6 минут. Закатываюсь на территорию. Попробуйте подать. Дал мет. Один. Так, я же пугнал захватить, да? Вот, да, вот РК надо спалить. Да я одного уже хаммером задавил, все. Он по мне РПГшкой стрельнул мимо, я его задавил. Поэтому дай ДШК им дам.
Лол, не успел, не успел. Ты кумулятивной струей сжег. Кого сжег? Вот ДРК. Я взрывчатку заложу. А, это взрывчатка была? Да, она взрывчатка. Она одновременно с выстрелом. Надо да. было время побольше я подумал, поставить, не рассчитал. Я подумал, что ты по этой работаешь последний. Да-да-да-да. Услышал, как она подъезжает, и не успел время поставить больше. Фитиль длиннее зажечь. Сейчас бы на современном взрывчатом веществе фитиль зажигать. Да, 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 да. Какой фитиль? Взвод? Ну, бывает взвод, да. Конфитиль. Чё, ещё миссия была? Да я, наверное, пойду спать уже. Где-то идут? Да, а чё за это дикарь на, в этом, в пустыне по мне из РПГ Хестрена? Ну, я задавил человека, которого. Кто это был? Может быть, Роман? А? Роман? Вообще... Вы тут? Нет, его нет. Это просто выглядело очень странно. Человек по мне из РПГ стоит, короче, я вижу тело стоит, полный рост пустыни. Я думал, свой, это ВГУ. Потому что он мимо меня прошел и пошел по пустыне. Я думал, что я его догнал и как бы не придал никакого значения. Еду дальше. Вижу, по мне сбоку летит. Голову поворачиваю, а это как раз человек этот по мне стреляет. Сворачиваюсь и начинаю в его сторону ехать. Я до конца не верю, что это враг. Я думал, по мне просто свой кто-то решил отработать. Да. Ну я его там задавил просто. Жрудан РПГ-ху достал. Зачем? В закрытом помещении. Почти. Да. Че они не зарашат? Там же, ну да вообще. Хочешь взлететь? Че? Че там? От ГПС детонировало быка у одного граната. Понятно. И всех убило там. От гранаты! О боже. Потом второй, потом третий и быка. Что это такое называется? Что такое? Я думаю, скрипт придёт. Не-не-не, это БК Градов. Какой-то. Нет, это скрипт. А я что-то застукал. БК Градов? Да. Да. Я кинул туда гранатку, но взорвалась. Не кидай эти Грады гранаты. Ну я не знал. Что третья не взорвалась так же? Ты причём противника убил. Третья взорвалась, кстати. Три Града взорвалась, я подхожу к миномёту, мне такие, да иди постреляй с него, чё? Я такой, не вариант. Да, я помню, как вы на Оге стреляли с миномёта, как вас 13 человек вырезал один чип. Вот это по красоте вы отработали, правда? Еще зарили миномётчиков, не умея стрелять с миномёта, вот это кайф был. Особенно то чувство, когда ДВшник не смогли вынести два отделения СЦО и ФОКСов, не успели просто дойти, потому что с ДБшками попёрлись, да, вам бить? Ну, и такое есть, да. Не, ну вы по тактике уехали, на самом деле, красавцы. Так мы отстреляли все снаряды, у нас просто план был. Не, ну мы БЕСок там разложили, которые медиками были. Нам еще Шульмана можно записать в качестве убитых, поскольку он медиков не дождался. Так он не то, что не дождался, ему только ноги сломало, а так он все нормально, он перевязался. Он просто сдох из-за камня. Данте, там один снаряд остался, мы надыбали его. Ну, да, и они так и не... Стрельнул. Слушай, я с ББшками больше никогда играть не буду, их такой флут стоит на КВ, это... Так там такой разброс был, что мы весь гейм пытались вестись нормально, потому что там жесткий разброс был. Какой жесткий? Это не жесткий разброс, это разброс, добил.
У вас снаряды падали рядом? Красиво. Но снаряды упали меток в сейчас. А, со мной мэддог. Да просто пиздец, как красиво, он прям в шею влетел и прям красиво. Не, ну чё, прикольно, награды позвали, мне понравилось. Чё не рубится? Так у меня была АТ-шка, она забагалась, и у меня АТ-шка пропала, и остался только один. У меня триггера на смерть красного. Ну чё ты... кого не должно быть? Понятно. День рубания руками? Не надо. Я уже нажал. Кто на ДШКшке сидел? Уже нажал, к сожалению. Карочный дебат. А кто там сдох от взрыва?